кричу над Россией, над Россией моей. Этот день не просто выходной. 12 июня считают началом отсчета новой истории страны. День России Барнаул встретил... Вы посмотрите, какие дети, какие они все красивые, талантливые. Небо над головой, мирное. Никто нас не бомбит, никто нас не дергает. У нас все есть. С размахом и куда же без творческих коллективов города. Концерт на площади Сахарова собрал сотни жителей краевой столицы. Символично, что в этот же день в городе прошел фестиваль ГТО среди работающей молодежи, организованный Минск. Давно хотела для себя знать, посмотреть, как получилось так, что и команда нужна от организации. А так мы все уже прошли и успешно. Портом края. Символично, что в этот же день в городе прошел фестиваль ГТО. Символично, что в этот же день в городе прошел фестиваль ГТО среди работающей молодежи. Символично, что новое поколение надо больше заниматься спортом, потому что приходят и некоторые не могут стоять на лыжах, хочется сдать. Не могут отжаться. А вы ГТО когда сдали? В 70-м году. Мне уже близко к 80, поэтому бросить через бедро я могу всегда. В этот же день в городе прошел фестиваль ГТО среди работающей молодежи, организованный Минспорта края. Нормативы здесь сдали... команд, каждая по 8 человек, жители Барнаула. Пришли целыми организациями.